Начальник, мы уже играть бы для начала, поэтому такой непростой период сейчас, наверное, не то, что там в карьере, такое время сейчас. Первый раз за долгое время что-то такое прям болит, и часть прям серьезная, но большой дискомфорт, поэтому уже соскучился по матчам, и хочется, конечно же, уже приступить на полную катушку, играть и уже почувствовать весь чемпионат, потому что, к сожалению, немножко выбился из ритма. Амкар единственная команда, по-моему, которая не пропустила еще. В чем, на ваш взгляд, секрет при обороне, что вы даете на ноль играть? Ну, во-первых, я думаю, что Гаджиев с ними уже давно работает. Я думаю, это уже такая довольно-таки сыгранная команда. И Амкар всегда очень боеспособный был, и особенно дома. Но слаженно действие в обороне, наверное, сейчас определенно. ЦСКА тоже приезжал к нам, не пропустив ни разу, поэтому Амкар тоже очень крепко строящий. Ну, вообще все наши команды, наверное, в чемпионате России больше такого оборонительного плана, чем атакующего, поэтому всегда с ними трудно играть. И, как показывает в последнее время практика, наверное, Амкар и Локомотив самый неудобный соперник для «Зенита». Поэтому, я думаю, тем будет интересный матч, и нам больше мотивации, больше, наверное, нужно агрессии, чтобы забить и прервать эту серию Селихова, потому что очень хорошая серия у него, и он очень хороший голкипер, поэтому хочется огорчить его, я думаю, нам всем. Артем, скучно будет без Белорукова, а то вот он уехал в ФНЛ от вас. Многие мне о нем говорят, и «Зенита-2» ребята привет передавали. Да нет, мы по нему не скучаем, я смотрю, он рвется в премьер-лигу и так, с «Динамо». Там еще один мой друг Рыков, поэтому компания скоро вернется. Я думаю, Амкар и без него хватает там своих героев. Во время вынужденной паузы в играх, что подметили со стороны действия партнера, какие выводы? У нас есть тренер, он все видит, поэтому это его дело подмечать. Я все свои какие-то мысли оставлю при себе. Артем, а что о вашей готовности? Вы вас ждать на поле? Как вы себя чувствуете сейчас? Вот опять же к мистеру, но я думаю, что да, потому что прошлую неделю я всю работал, там, последние два дня уже в полную, а сейчас уже всю неделю работаю, поэтому надеюсь, что сейчас мне удастся с Амкаром выйти в стартовом составе. Ростов вчера сотворил сенсацию, смотрели матч, все-таки вы к этому клубу тоже причастны, играли там? Конечно, смотрел, переживал, болел, и там очень много друзей у меня, поэтому я очень рад за них и хочу поздравить, раз такая есть возможность. Это потрясающее событие для города, для этого клуба и для людей, для которых это не безразличен этот клуб. Я думаю, несмотря на все вот эти, то, что там сейчас творится, неразбериха, я думаю, праздник футбола, и сам футбол победил. И я думаю, что это будет вообще грандиозное событие, когда сейчас к ним приедут такие гранды, потому что если посмотреть корзины, там просто приедут. Будет очень интересно посмотреть на Ростов. Так что Ростов я вообще с удовольствием поздравлю. Думаю, что классно провели матч. Несмотря на то, что я считаю, что Аякс, конечно, безобразно сыграл. Но главное, нужно тут хвалить Ростов, а не Аякс. Поэтому Ростов браво. В рамках подготовки к Амкару был день рождения. Наверняка отметишь позже. Но кто как уже поздравил, кто что подарил, кто как зарядил тебя на этот матч? Хорошее настроение. Отмечать не буду. Поэтому сейчас подарки были в основном родственники, родные, приехал отец, поэтому все спокойно в кругу семьи. Сейчас главная игра с Амкаром, а потом уже будет пауза, может быть, что-нибудь отмечу. Где? Мы подъедем. Без комментариев. Артем, вы в Кубке России сыграете с Тамбовым, который родной для Жиркова, уже как-то обсуждали это? Нет, для меня главное, что Хабаровск и Читой не едет. С улыбочкой посмотрел, кто туда едет, и желаю ему удачи, хорошо слетать. А я сейчас говорю, Тамбов, так Тамбов. Мы рады Тамбову. Пятница у «Зенита» своя жеребьевка Лиги Европы. Прикидывали вы там, кто может попасть, или их слишком много, это сейчас бессмысленно? Ну, их очень много, и я думаю, что Лига Европы тот турнир, где мы можем считаться вместе фаворитом, что такой очень серьезной командой, поэтому все-таки Лига Чемпионов намного мощнее. Я думаю, что Лига Европы нам нужно отталкиваться прежде всего от себя. И тут нам, наверное, все равно, кто попадется, нужно играть с позиции силы. Артем, сборная всего 3 «Зенитовца». Жалко, что так мало. Это видение тренера. Я думаю, что прежде всего нужно понимать, что сейчас первый будет сбор, товарищеская игра. У многих Станислав Саламович знает, других он меньше знает. Поэтому я думаю, сейчас такое он будет просматривать всех. Я думаю, не стоит делать какие-то выводы. Сколько там «Зенитовцев»? Я думаю, нужно смотреть итоговые, когда будет Кубок
Артем, все-таки возвращаясь к Лиге Европы, с кем бы все-таки вам хотелось сыграть? Может быть, какие-то предпочтения по стране, по городу? Вообще нет предпочтений. Хотелось бы Лиги Чемпионов играть, но мы, к сожалению, туда не попали. И сейчас все равно таких прям, говорю, супергрантов там нету. Поэтому не могу сказать, что прям есть какое-то предпочтение. Олимпиаду смотрели, если да, то что запомнилось больше всего? Олимпиаду почти что все смотрел, ночью вставал, смотрел. Ну, особенно, наверное, как и всем, гандбол. Я не пропустил ни четвертьфинал, ни полуфинал, ни финал. И безумно болел, потому что Трефилов это вообще мой кумир уже, можно сказать. Я обожаю, когда паузы, я замираю погромче, потому что жду от него где-нибудь, чтобы он говорил что-нибудь такое. Любое его слово, это прям супер. Ну, гандбол, наверное, плюс Фелпс. Я потрясен Фелпсом, потрясающий спортсмен. Конечно, Болт посмотрел, болел за наших волейболистов. К сожалению, волейболисты проиграли. Это вот сегодня. В целом, я, наверное, все видел. Даже синхронное плавание посмотрел. Может, такого Трефилова не хватает сборной России? Ну, уже поговаривают. Пусть Трефилова пригласят. Будет очень интересная практика. Я думаю, даст он всем. Мотивация? Спасибо. Пространство. Спасибо.